Готовим классический бисквит. Для этого нам нужно яйца, сахар и мука. Яйца с сахаром взбиваем. Яйца с сахаром взбивали, а сейчас добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Тесто готово. Берем форму диаметром 13-14 сантиметров. У меня вот такие формочки для куличей. Разделяем тесто пополам. Отправляем бисквиты выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Наш бисквит готов, даем им остыть. Бисквиты остыли, достаем из формы, убираем в пакет и отправляем в холодильник на 2 часа.
Для этого нам нужно ягодное пюре, у меня клубничное. Добавляем крахмал и сахар. Перемешиваем и ставим на огонь. Варим до загустения. Наш конфитюр готов. Убираем с огня и даем остыть. Готовим крем-чиз. В миску я добавила сливочный сыр, сахарная пудра и сливки. Все это взбиваем до загустения. Все, наш крем готов. Достаем бисквит из холодильника, разрезаем пополам. И собираем наш торт. Отправляем торт в холодильник на полчаса. Собираем второй тортик. В этот раз начинка у нас будет банан с карамелью. И этот торт отправляем в холодильник на полчаса. Украшаем наши тортики.